Не вылезай! Mm-hmm.
Милое местечко. Ага. Thank you.
ты просто не поняла. Жена-то думала, что муж научился нормально. Ну все, без сдачи. Убивает лучших! Это ты? Блин, а я думала, ты умерла. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думала, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала? Да весь город только об этом и говорит. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня. Точка. Джуди, серьезно. Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, что ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Может, встретимся и поговорим? Ты в Лизис?
Вон там. Вон там. Вон там. Эй! Кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память на лица. Развлечься хочешь? Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она в студии? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Ты смотри, какое миленькое личико. Смотри, что у меня есть. Ага. Так же хорошо, как и я. Эй, ну ты чего такой скучный? Хватит уже, Зои. Мужчина ищет топовую девушку. Да ладно. Ну тогда тебя исключаем. Сидим, значит, Джуди опять устраивает. Эй, куда собралась? Там ничего интересного нет. Идет. Это подруга Джуди. Я пытаюсь как-то вклиниться, потому что мне нужно, чтобы она меня подменила днем. Потому что мне еще мелкую ссадку. Ну ты добил свой бабулю. И тут заваливает. Ага, пошли обратно. Мой ли чуть не... Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай им немного времени, они все отработают. Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Погоди немного, может, они тебя еще удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут все по-человечески, без блядства. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Можно кое-что спросить? Не сейчас. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде... Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Мне надо узнать, на кого она работала. И это все? Это все. Джуди, клянусь тебе чем угодно. Я ничего ей не сделаю. В этом просто нет смысла. Ладно. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мегабашня? Статусное место. Стой. Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви.
кукла. И почему я не удивлен? Ты инграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? Почему бы и нет? А по-твоему, оно стало так само? Ты что, думала, в сказку попала? Ты же не к Эвелин пришла, а за виртами Джуди? Да? Годные штуки, сама посматриваю. Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну и? Не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство – честь для меня. Нужна будет работа, звони. Джуди мастер своего дела. Ее вирты – настоящие жемчужины. Это точно. Вон там. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо у меня крыша поехала, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да нет, у меня нейроны шалят. Надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Прорвало. Козлы из городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи! Не видишь, с кем разговариваешь? Ну-ну, хватит. Чем вам помочь? Ну, это нам бы трубу починить хотя бы. И может в паре квартир кое-что подлатать? А то ведь залило все. Ладно, это я устрою. Спасибо. Я слышал, ты вчера проводил акцию. 50% на все. Продал в два раза больше, чем обычно. То есть вышел в ноль? Да, но там был один хлам. Я бы его просто выкинул.
Это был риторический вопрос. Твоя палатка – наша собственность. И ты тоже наша собственность. Твое дело простое – продавать товар, собирать деньги и ничего не выдумывать. Это что, сложно? Делать, когда заведешь свое дело? Ну, наконец! Прошло веселье! Психопатка! У нее пушка! Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустила? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Бегом за суперсладким мегадрайвом! Жизнь слишком коротка. Этот город дрожит от желаний. У кого-то хорошее настроение. Новые серии. Не каждый день полумертвая тёлка таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Хм, интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительно? Вкус любви! Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более от Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. Почему ты думаешь, что Джуди врет? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такую? А, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. Этот город дрожит от желаний. Уотсонская шлюха. Новые серии каждую среду в 10. Только на WNS. Погоди. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну... не совсем. Blue Moon, родной. А какая разница, надувная кукла или живая? Да просто живая – это мясо, а не латекс. Чё, непонятно? Вот именно, просто мясо. Ничего не понимает. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу «да», сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть? Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. О, а вы меня заинтриговали.
Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите, и не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Я ищу Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Мне надо с ней увидеться. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. То есть биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу, но такого еще не случалось. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. А это нормально? А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. Желаю вам приятного отдыха. А не пошел бы ты нахуй, Джонни. А ты у нас, оказывается, извращенка. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Привет.
Я Скай. А тебя ведь зовут Валери? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. Вижу, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. Эй, не молчи. Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвала стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Вообще, это все немного внезапно. Я ждала каких-то необычных впечатлений, а не лекции про страх и смерть. Погоди, малыш. Это не я решаю, что делать. Сеансом полностью управляет твое подсознание. Хм. В следующий раз напомни мне сразу послать свое подсознание к хуям. Только, пожалуйста, пообещай, что никому не скажешь об этом. Скай, я хочу поговорить с тобой, а не с тупым алгоритмом. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Мне очень нужна информация. Назови цену. Да катись ты к черту со своими деньгами и своей бабой. За такое с работы вылететь, как нефиг делать. Я готова покрыть все риски. Ладно, хорошо. Давай свое бабло и сваливай, пока нас не засекли. А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Дорогу знаю. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Клиент напал на Эвелин? Вроде как. Не знаю. Там была какая-то жесть, куча охраны, вопли. Потом дело замяли. У нас тут лишних вопросов задавать не принято. Лучше ничего не видеть, не слышать и не говорить, кому попало. Где это было? В ее кабинке. Я же сказала, она была с клиентом. Тогда, может, все-таки скажешь мне номер? 11. Кабинка сейчас занята? Нет. Она типа недоступна с того дня. Мне нужно будет зайти в эту кабинку. Да? Это еще зачем? Не твое дело. Ты мне можешь ее открыть? Могу. Но ко мне больше не приходи никогда. Говори с Томом. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что, думала, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Спасибо. Видишь,
какая-то польза от тебя все-таки есть. Предлагаю посмотреть, что там. Кровь. Свежая, но ее немного. Рана явно была не смертельная. А это что? Значит, все-таки клиент тут ни при чем. Это у нее почему-то тормоза отказали. Только из-за чего? Киберпсихоз? Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но нетранеры такое могут. Странно. Ничего так. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть! А я говорю нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в VIP-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Обратно наверх. Ага, сейчас только схожу по СУ. Что будете? Все равно. Лишь бы вы... Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много, даже для меня. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, у меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. У тебя все в порядке с... Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто надо поговорить. С тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло?
Осло. Да, точно, Осло. Ты про случай, когда на нее напал клиент? Я видела кровь в ее кабинке. Ну, понимаешь, тут такое случается иногда. И что, всем похер? Мы получаем новые импланты, больничные, иногда даже компенсацию. Хотя, если так подумать, странно, что она уехала так далеко. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Похоже, в тигриных когтях те еще вуайеристы. Постоянно следят, что куклы делают в этих своих кабинках. Короче, они считывают данные с их чипов. Это с самого начала было очевидно. Допустим. Интересно, для себя ли они собирают информацию? А если на продажу, то кто такое покупает? Что-то их... напугало. Вон, видишь? В 2 часа ночи они согнали в клуб сразу всех охранников. Да еще и кого-то из тигриных когтей вызвали. Кто ты?
Чего тебе надо? Расслабься. Я просто ищу одну девушку. Расслабься? Мне предлагает расслабиться человек, который перерезал половину персонала? Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я террористам помогать не буду. Да ты просто королева допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Неплохая мысль. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее на починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не вот... Я ничего не знаю, я просто тут работаю! Тонкая работа. Никогда не думала устроиться на дипломатическую службу. Как думаешь, мы найдем ее у этого Фингерса? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти, когти тебе этого не забудут. Никола! Куслю!
тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Херня! Да что ж такое? Господи, какого хуя тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ты же сам хотел, чтобы я сдохла. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужна живой. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо? Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужна ты. Зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Я же видела воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал. Но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Конечно. Так ты и стал конструктом. Именно. Молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Ну ты как, готова? Не понимаю, что общего у Микоши и моих проблем с чипом. Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба. И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышала. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши.
Вий, ты все-таки мне позвонила. Ну да, я же обещала. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Ну как, получилось что-нибудь выяснить? Эвелин больше не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Ты не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви, на нем клейма ставить негде. Я еду к нему, вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. О, ладно, пока, Ви. Нашего поколения.